Всем привет! Я решил, потратив 3500, сделать капитальную, крепкую, хорошую садовую качелю своими руками. Чтобы сделать качелю, нам понадобится 3 4 на 4 и 2 2,5 2,5 длиной 6 метров. Там, конечно, остаток останется. Остаток всегда пригодится в своем доме. Вот смотрите, 4 на 4 профтруба, это у нас будет каркас нашей качели. 4 штуки по 1,90 м, то есть 190 сантиметров. Дальше, 2 штуки по 138 сантиметров. 2 штуки по 82 сантиметра. И 2 штуки по 72 сантиметра. А дальше на скамейку профтруба 2,5 на 2,5 сантиметра. А нам понадобится 3 штуки 150 сантиметров длиной. Дальше 4 штуки по 80 сантиметров длиной. 6 штук по 50 сантиметров. 2 штуки по 20 сантиметров длиной. Что касается углов наклонов, то это все произвольно делается. Получается высота вот отсюда, если по прямой брать до верхушки, 1,75 м. У заводских примерно 1,70 м. Примерно получается что-то вроде вот такого вот соединения. Здесь уже осталось все это прихватить и сделать вторую точно такую же копию. В общем, вот такая конструкция получилась. Не заснял, к сожалению, уже под вечер, как я сделал вот эти вот проушины. Отступил по 5 сантиметров здесь и 5 сантиметров здесь, чтобы маленько цепи были вот сюда, как бы с боков, чтобы качеля наша не раскачивалась туда-сюда, вот так вот, а была как бы в натяжку. Проушины делаются легко. Обычная проволока восьмерка загибается, одеваем сюда, чтобы у нас кончики торчали, привариваем вот где пальцы, этот и этот, а затем нагреваем концы электродом и загибаем их молотком и также обвариваем уже сверху. Ну и вот эти вот купил карабинчики для качели, чтобы можно было ее снимать на зиму.
Вот как-то так получается. На следующий день, вот сегодня идет дождик, покрасил я их поздно вечером, поэтому не стал снимать ничего, чтобы быстрее успеть. Вот такая вот краска с молотковым эффектом, как на дверях, на железных. Сохнет за 3 часа, очень хорошо красится по ржавчине, я бы сказал, даже лучше, чем по чистому металлу. Мне кажется, получилось неплохо.